Armed. Құрметті ханымдар мен мырзалар, біздерді Октагон 50 турнирінің ресми салмақ өлшеу рәсімінде көруге шын жүректен қуаныштымыз. Дорогие дамы и господа, мы рады вас приветствовать на официальном взвешивании турнира Октагон 50. Добро пожаловать! Октагон 50 пройдет 23 сентября в Алматы во Дворце спорта имени Балуан Шолака. Уже завтра Лига Октагон порадует вас 14 поединками с участием бойцов из Казахстана, Узбекистана, Турции, Кыргызстана, Таджикистана, России, Бахрейна и Бразилии. Билеты еще доступны на сайте заказбилетов.kz. Начало 18:00 по времени Астаны. Не пропусти! А также, друзья, в карде завтрашнего турнира Октагон 50 выступят такие бойцы, как Еркебулан Токтар, Камиль Карате, Магомед Магомедов и Теймур Джапаров. В главном бою вечера выступит бывший чемпион лиги «Октагон» в наилегчайшем весе Дамир Толенов, который встретится с опытным Клаудеси Брита из Бразилии. А в главном бою турнира «Октагон 50» Ричард Тотров из России встретится с Георгием Кичигином из Казахстана. Победитель этого боя заберет вакантный чемпионский титул лиги «Октагон» в полусреднем весе. Без лишних слов, мы начинаем церемонию официального взвешивания и стердаун. Итак, перейдем к церемонии взвешивания юбилейного турнира «Октагон 50». Бой в легчайшем весе. Первым на весы приглашается боец из Турции – Алимжан Абасов. Официальный вес бойца – 61,2 килограмма. Следом на весы приглашается его соперник, боец из Казахстана. Встречайте, Канатбек Мурат! Вес бойца 61,6 килограмма. Один из важных пунктов во время взвешивания – это дуэль взглядов. Face-to-face прямо сейчас ребята готовы сказать друг другу последние слова перед тем, как они вступят в схватку. Но завтра мы узнаем, кто из них окажется сильнее. Октагон покажет. Продолжаем дальше. Бой в полулегком весе. На весы приглашается спортсмен из Узбекистана Арсен Джинбеков. Официальный вес бойца 66,3 килограмма. Следом на весы приглашается его соперник, боец из Казахстана. Встречайте, Абай Жалал. Официальный вес спортсмена 67,3 килограмма. Спортсмен выйдет на этот бой с желтой карточкой. Давайте пожелаем спортсменам удачи. Спортшыларға сәт тілек тілейміз. Let's continue. Третий поединок турнира, юбилейного турнира «Октагон 50». Бой в легчайшем весе. На весы первым приглашается спортсмен из Кыргызстана Омурбек Темиров. Омурбек на весах показывает 61,7 килограммов. Внимание, встречайте его соперник, боец из Казахстана Нурджигит Баймен. Внимание, официальный вес бойца 61,7 килограмма. Желаем удачи бойцам. Пускай победит сильнейший.
Четвертый бой юбилейного турнира «Октагон-50». Бой в легком весе. На весы приглашаются спортсмены из Кыргызстана. Азиз Усманов. Вес бойца 78 килограммов. Итак, внимание, его соперник, он из Узбекистана, Асадбек Кохоров. Стрелка весов показала 70,8 килограмма. Стартдаун между бойцами. Удачи завтра в клетке. Желаем удачи бойцам. Октагон покажет, кто окажется сильнее в данной паре бойцов. Продолжаем дальше бой в полутяжелом весе. На весы первым приглашается боец из Ирана Рамин Мазахери. Вес бойца 92,5 килограммов. Итак, внимание, встречайте, его соперник из Казахстана Константин Меркулов. Внимание, вес бойца 93 килограмм ровно. Бойцы заряжены и уверены в себе. Они готовы, они натренированы, и мы им желаем удачи в завтрашней схватке, в завтрашнем файте. Рахмет. Продолжаем дальше. Одно из самых интересных противостояний вечера. Октагон 50. Бой в легчайшем весе. На весы приглашается боец из России Руфани Валиев. Дальний вес бойца 63,5 килограммов. Боец выйдет на бой с желтой карточкой. Итак, внимание, встречайте, его соперник. Это боец из Казахстана Сундет Хайкул. Сундет на весах показывает 61,7 килограмма. Ну а теперь стердаун. О чем-то общаются перед боем, но мы желаем удачи. Проявили уважение друг другу бойцы, респектнули, пожали руки и разошлись, и готовятся к завтрашней схватке. Итак, заключительный поединок раннего карда «Октагон-50». Бой в наилегчайшем весе. На весы приглашается спортсмен из Кыргызстана Султанбек Япончик Орозмаматулу. Вес бойца 57 килограммов ровно. Итак, внимание, друзья, встречайте, его оппонент, он из Казахстана, Теймур Шапара. Вес Теймура 57,2 килограмма. Интригующий бой, который пройдет уже завтра, 23 сентября, во Дворце спорта имени Балуан Шолака. Ну и посмотрим на этот яркий момент, возможно, всего стердауна. Желаем удачи бойцам. Октагон покажет. Дорогие зрители, мы с вами переходим к главному карду турнира «Октагон-50». Поединок в промежуточном весе. Первым на весы приглашается боец из Бразилии Педро Элиас. Вес бойца 73 килограмма ровно. Но сейчас встречайте, его соперник, он из Узбекистана, Ахлетин Мирзатавлатов.
Вес бойца 73 килограмма ровно. Пожелаем спортсменам удачи в завтрашней схватке. Good luck for everyone. Мы с вами подходим к экватору церемонии взвешивания турнира «Октагон-50». Девятый бой юбилейного турнира. Поединок в легчайшем весе. Первым на весы приглашается боец из Бахрейна Магомед Идрисов. Магомед на весах показывает 61,6 килограмма. Внимание, соперник Магомеда, боец из Казахстана, Айдын Кодиков. Вес бойца 61,7 килограмма. Сойдемся в церемонии стердауна и битвы взглядов. Спортшварга Сет Ликтреймас. Удачи завтра. Октагон покажет. Сәттілік. Әрменғарай жалғастырамыз. Дорогие друзья, 10-й поединок турнира «Октагон-50». Один из самых ожидаемых поединков 50-го турнира. Бой в промежуточном весе. Первым на весы приглашается Эльчибек, 17 килограммов. Абдубалиев из Кыргызстана. Вес Эльчибека 65 килограммов ровно. Боец выйдет на бой с желтой карточкой. Соперник Эльчибека, звезда смешанных единоборств, представляет Таджикистан. Встречайте его! Камаридин по прозвищу Камил Карате Хасанов! Камил выходит на этот бой. Okay. Гиреев 17 килограмм. Официальный вес Камила 63 килограмм ровно. С элементами шоу Камил выходит к весам. Поднимает гирю в 17 килограмм, имитируя самого Эльчибека. Так, похоже, бой начинается здесь и сейчас. Ребята, давайте будем проявлять спортивное спокойствие, охрана. Так, завтра в клетке, оставьте силы. Завтра в клетке вы покажете на все, на что вы способны. Ну что, завтра нас ждет жаркий поединок. Я напомню для всех болельщиков, что это 10-я пара турнира. Самый ожидаемый уже, бой. Спасибо уже первый большое. Раунд провели бойцы. Спасибо большое. Ребята, давайте пройдем. Уже успокоимся. Спортшварга Сет Ликтлейм. Завтра, ребята, покажем все в октагоне. Как говорится, октагон покажет. Продолжаем далее официальную церемонию взвешивания. Итак, 11-й поединок турнира. Бой в промежуточном весе. На весы приглашается боец из Бразилии Рафаэль Собрал. Рафаэль на весах показывает ровно 75 килограммов. Ну а сейчас встречайте соперник бойца из Бразилии. Это спортсмен из Бахрейна, бывший чемпион лиги «Октагон» в полусреднем весе. Вот он, Магомед Магомедов.
Официальный вес Магомеда в этом бою 75 килограмм ровно. Переходим к фейс-ту-фейс. Тут гораздо все спокойнее, нежели чем у предыдущей пары. Тут гораздо все уважительнее и степеннее. Давайте посмотрим на эти взгляды. Они уверены в себе, они готовы. И завтра в октагоне будут искры. По крайней мере, мы на это искренне надеемся. Желаем удачи бойцам. Октагон покажет. Сатлик Лимис, Прометто Стар, Эрмин Грай, Жалгастрамас. Продолжаем дальше. Вот мы и подошли к заключительным поединкам турнира «Октагон 50». Бой в легком весе. На весы первым приглашается боец из России Константин Чередниченко. Костя на весах показывает 78 килограммов. Итак, внимание, на весы приглашается его соперник. Это боец из Казахстана. Встречайте его, Херкибулан Тохтар. Вес Херкибулана 70,7 килограмма. Ребята договариваются, кто в каком раунде, скорее всего, удосрочит и каким приемом. Ну что, завтра на этом мы все посмотрим. Ребята, вам желаем удачи и без травм. Продолжаем дальше, дорогие друзья. Мы с вами добрались до со-главного поединка юбилейного турнира. Бой в наилегчайшем весе. На весы приглашается боец из Бразилии, Клаудиси Брито. Со своими личными ритуалами выходит боец к весам и показывает на весах 59,2 килограмма. Завтрашнему бою боец выйдет с желтой карточкой. Итак, внимание, ну а сейчас встречайте бывший чемпион лиги «Октагон» в наилегчайшем весе. Его соперник, боец из Казахстана, Дамир Толенов. Вес Дамира 57,2 килограмма. Мы желаем бойцам удачи в завтрашней схватке. По-чемпионски себя повели бойцы. Желаем им удачи. Пускай победит сильнейший. Октагон покажет. Благодарим. Thank you very much. Продолжаем дальше, дорогие друзья. Итак, заключительный поединок юбилейного турнира «Октагон 50». Титульный поединок за вакантный чемпионский титул Лиги «Октагон» в полусреднем весе. На весы первым приглашается претендент из России Ричард Тотров. Давайте встретим его. Вес бойца 77,1 килограмм. Итак, внимание, соперник бойца из России, боец из Казахстана. Встречайте его, Георгий по прозвищу Рыцарь Кичигин. Вес спортсмена 77,1 килограмма. Мы желаем вам удачи в завтрашнем поединке. We wish the fighters good luck. Я, без жонглерге шынжектен сәттілік тілейміз. Ертеңгі октагондағы жекпе-жекте. Чемпиондық белбеу осының екі жонглердің біреуі алып кетеді. Өзімен бірге. Сәттілік! Дорогие зрители и болельщики Лиги «Октагон», спасибо, что присоединились к официальной церемонии взвешивания юбилейного турнира «Октагон 50». Уже завтра, 23 сентября в Алматы, во Дворце спорта имени Булан Шалака состоится турнир, где выступят такие спортсмены, как
Еркебулан Тактар, Камиль Карате, Дамир Таленов, Теймур Жапаров и Ахлетдин Мирзадавлатов. Поддержите наших бойцов! Билеты доступны на сайте заказбилетов.kz. Прямая трансляция будет доступна на нашем YouTube-канале Octagon TV, Fox TV, Спорт Узбекистан, Кыргыз Спорт ТВ и Q-Sport League. Начало 18.00 по времени Астаны. Сеттерик Тлеймус, сау болыңыздар!